Главная героиня этой удивительной истории – отважная собачка по кличке Голди. Эта девочка Шицу спасла маленького котенка, выкормила его и стала настоящей мамой. Информация о бездомной собаке попала к сотрудникам Центра по контролю над животными Южной Каролины. Специалисты сначала думали, что Голди застряла во овраге, но позже оказалось, что так она защищала котенка. Сотрудница данного центра Мишель Смит спустилась во овраг и хотела спасти собачку, но оказалось, что там целых двое животных. Затем Мишель заметила, что котенок спокойно пьет молоко собаки. Девушка была одновременно очарована и шокирована. Дело в том, что собака не пыталась сбежать, а находилась возле котенка. Собака и котенок были отправлены в приют, где провели диагностику их здоровья и провели необходимые манипуляции. Несмотря на заботу сотрудников, собака продолжила ухаживать за котенком. Вскоре эту милую парочку забрали неравнодушные люди. Теперь Голди и ее приемыш живут в счастливой семье. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До новых встреч!